Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Ник. Сегодня я хотел бы создать новую рубрику на моем канале. Она посвящается самым известным людям, одним из самых известных людей мира, и как они, стали известными. И сегодня мы поговорим о Владимире Владимировиче Путине. Кто не знает, кто такой Путин, я расскажу краткую его биографию. Путин – президент Российской Федерации на данный момент. Родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Владимир был третьим сыном в семье. У него было два старших брата, которые как родились, так и умерли до его рождения. Виктор, один из старших братьев, родился в 1940 и умер в 1942 году. Скончался от дифтерии во время блокады Ленинграда. Он был похоронен на Пискаревском. Альберт умер до начала Великой Отечественной войны. Когда Путин стал президентом, он рассказывал, что с детства увлекался советскими фильмами, разведчиках и мечтал работать в органах государственной безопасности. На мой взгляд, ему это удалось. Итак, дальше. Американский журнал Forbes назвал президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина самым влиятельным человеком мира. Как отмечает Forbes, признать Путина наиболее влиятельным человеком планеты редакции убедили события текущего года, на протяжении которого президент, в частности, аннексировал Крым, организовав напрямую войну на Украине, а также подписал с Китаем договор о строительстве газопровода стоимостью свыше 70 миллиардов долларов. Издание Forbes также назвало Путина главой государства, которое в преследовании своих целей не ограничивает мнение международного общества. В прошлом году президент России также возглавил список Forbes самых влиятельных людей мира, которые ежегодно публикуют Forbes. Он обогнал представителя Белого дома Барака Обаму. Итак, это было первое видео о самых влиятельных людей мира. И о самых знаменитых людях мира. И возглавил первое видео Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Ждите новых видео. Подписывайтесь на канал.